Накануне в частном доме в Пестове шла пьянка. В результате конфликта один из гостей нанес 60-летнему хозяину несколько ударов топором по голове, а затем с подельником спрятал тело погибшего в багажнике его же машины и отвез в деревню Плющево, где хотел спрятать. Но не успел. Местные жители сообщили в полицию. Подозреваемые были задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».